Всем привет, с вами Джокер, 2005 королевство. Вот этот японец крутой. Захватывали они жилу своей командой. Тут что-то затупили они, короче, вышли. С чуда, и я, короче, залетел. Взял, короче, у них чудо. Они сейчас пытаются меня просбоить, но кажется, у них офлайн половина. Один он тут летает, разведками меня закидал. Так я их уже удалил. Ну вот такие вот дела. Летает, а сделать ничего не может. Такой вот японец. Вот так вот мы и просидели с ним вместе здесь. Я стою, альянс его, бойцы его. Но это слабый замок. Сира его правая рука. Такие вот. Шоган. Стоят в щитах, ничего никто не делает. Димон тут, братишка, залетел. Закрепил тоже к ним в чудо, за лесочки собирает. Спросил я его, хотите ли вы убить меня. Они говорят, типа, мой друг хочет убить весь ваш альянс. Не только мальчик, типа, не только бой. Все королевство хотят уничтожить. Очень дерзкие ребята. Ну, посмотрим, что они сделают. Ну, пока что, как сами видите, стоим мы вот с ним рядом. И ничего, он даже дуэльками своими не бьет. Я его разведаю спокойно. Он в сети также меня разведал раз 20. Закрепился, армия у меня здесь миллион. Ну, мы его вчера опять подбили разок. На 1 700 000. Вот, кстати. Сейчас посмотрим. Отчетик. Так, вот. Саду удалось. Бил фармер. Пробили опять его. У него армии опять мало было. У нас был большой ралли. Ну, пусть лечится, короче. Тут он уже не был готов на оборону явно. И опять не ожидал, что ему лупанут. Такие дела. Тут же Сира решил за него вступиться. Втопил мне дуэлью. Но его это не спасло. Разбился он наглухо. И так они, короче, все в щиты уползли. Тут еще пару ралли было на меня. Сегодня в жиле. Довольно-таки крепкий замок бил, но их мало собралось. Я спокойно защитился. Вот такие вот дела. Жила прошла у нас удачно. Мы отобрали 3 жилы. Это последнее, что мы захватываем. Все уже захвачено. Время 11 часов. Я тут набрал. Ну, высоко не залез. В топ-3. 7 место взял, потому что спал как бы долго сегодня. Вот такие дела. Было пару соло-атак. Сада удалась. Турист, братишка, извиняюсь, если ты меня видишь. Просто эта игра увидел, сразу ударил, даже не думая. Парню немножко войска занулил. Были еще у нас атаки с чуди, я дрался, но отчетов у меня нету. Я быстро все удаляю, стараюсь не засрять почту. Поэтому так. Завтра у нас будет трон. Битва за трон. Этот парень также обещает нам 5 миллионов грифонов туда затащить. Ну, посмотрим, что будет завтра. А на этом я с вами прощаюсь. Всем удачной игры. Жила у многих еще не закончилась. Желаю вам набрать как можно больше очков, получить лучшие награды. Всем удачи!